Что такое реальная журналистика? Это информационно-аналитический проект, задачей которого является освещение внутрироссийских проблем. Мы говорим о социально значимых политических и экономических событиях, произошедших в России. Мы не говорим о внешней политике, не касаемся того, что происходит на Украине или в Сирии. Нам абсолютно все равно, с каким перевесом на выборах в США победил Дональд Трамп. Мы рассказываем о том, что происходит у нас дома, то есть по сути, выполняем функцию, которую должны выполнять центральные СМИ. И да, мы абсолютно независимы. Мы не за красных и не за белых, мы за здравый смысл. Мы не хвастаемся тем, что говорим правду, мы просто стараемся быть объективными. Реальности не нужно бояться, в ней нужно жить. Добро пожаловать в реальную журналистику без вранья, но с субъективным взглядом. До встречи в эфире.